семей прошел молодежный форум «Баста-фест». Его организаторами выступила палата предпринимателей «Атамикен». В рамках государственных программ поддержки бизнеса молодые люди получили базовые знания для открытия своего дела. Кроме того, во время форума опытные предприниматели поделились своими знаниями и дали советы. Также молодых предпринимателей обрадовало поручение президента о том, что малый бизнес будет освобожден от уплаты налога сроком на 3 года. «Баста» переводится как «начни». Встречи в таком формате, как и сам проект, призывает молодежь начать свое дело. А чтобы старт был успешным, спикеры встречи делятся не только историями успеха, но и рассказывают об ошибках, которые они допустили в своем бизнесе. Этим мероприятием мы обеспечим связь поколений. Тоже, чтобы те предприниматели, которые начинали в 90-е годы, внесли существенный свой вклад именно в развитие нынешнего поколения. Это мероприятие позволит популяризировать предпринимательство в Казахстане, также раскроет горизонты для наших начинающих предпринимателей. Форум «Баста-фест» проходит в рамках проекта «ЖАС Кәсіпкер». Его цель – обучить 20 тысяч молодых и перспективных людей по всей стране, из которых около 5 тысяч запустят свои стартап-проекты. В семей на форум прибыли 70 участников из сельских округов. Один из них – Асхат Кайратулла. Он планирует открыть в Абайском районе сервисный центр по ремонту компьютерной техники и сотовых телефонов. По словам молодого человека, сейчас активно поддерживается развитие малого и среднего бизнеса. Поэтому для начала своего дела участие в таких форумах очень важно. Многие начинают бизнес, но из-за неумения его вести вынуждены закрывать его. Нас сейчас очень многому научил бизнес-тренер. С чего начинать, как работать с клиентами. Думаю, если таких встреч будет больше, у нас увеличится количество предпринимателей и снизится показатель безработицы. Стоит отметить, что лучшим проектом будет выделен грант в размере 200 месячных расчетных показателей для реализации. Участниками могут стать молодые люди от 18 до 29 лет. На сегодняшний день в рамках государственных программ поддержки бизнеса свыше 11 тысяч молодых людей уже успели стать успешными бизнесменами. Также молодых предпринимателей порадовало поручение президента на законодательном уровне освободить компании микро- и малого бизнеса от уплаты налога сроком на 3 года. Это, по словам будущих бизнесменов, большая помощь в их начинаниях. Бахытгуль Казес, Ернур Калелов, телеканал «Семей».